Всем привет! Давайте разберемся в этом видео, как можно сделать болванку льва. Начнем со сферы. Откроем сферу вот именно в тулах. И вот установим ее. Нажмем Edit Make Polymesh. Смотрим сетку. Крутим, вертим. Нажимаем X, смотрим симметрию, где у нас она проходит. И погнали. Включим флур. Вот так вот. Опять же посмотрим, где у нас находится симметрия. И начнем моделировать. Shift. Левая кнопка мыши выравниваем. Переключаемся на кисть. Так, Move Topology. Можно Move Elastic. Немножко сферу давайте уменьшим в геометрии. Нажмем Size и немножко ее уменьшим. Так, погнали. Вот так вот вытянем ее. Это будет у нас тело. Чуть-чуть подправим. Здесь у нас ребра. Здесь у нас живот. Можно уже отключить флур. Он нам не нужен. Shift. Левая кнопка мыши можно сглаживать. И теперь давайте разберемся. Вот здесь вот будет у нас впадина, это живот. Мы ее чуть-чуть плюснем. Здесь у нас будет грудина. Мы ее тоже чуть-чуть плюснем. Вот заготовка у нас уже есть. Пока делаем болванку, не привязываемся слишком к деталям. Вот здесь вот так вот тоже можно поджать. Вот здесь вот будет у нас грудь. Так, теперь другой вопрос, как сделать лапы. Заходим опять же в саптулы, открываем append и будем делать ее, наверное, с цилиндра. Переключаемся на цилиндр, заходим в геометрию, уменьшаем все это дело и с помощью мов вот это все дело вытягиваем именно вот на левую сторону. Будем делать одну сторону, а потом зеркалить. Так, теперь все это дело чуть-чуть вытянем. Вот так вот. И с помощью мов вот так вот установим. Можно ее даже поближе вот так установить. Теперь с помощью ротации немножко ее вот так вот вывернем и подгоним вот именно вот сюда. Вот так вот установим. Следом делаем дубликат. Переключаемся на него и опять же повторим в геометрии, уменьшаем все саптулы, чтобы были включены, смотрите. Так, и теперь с помощью мов опять же перенесем вот так вот. Все это дело теперь опять же делаем ротацию вот так вот. И с помощью мов корректируем вот на это место. Вот что-то такое у нас получается, пока не казисто. Ну и немножко можно ее вытянуть в геометрии. Немножко ее вот так вот сплюснуть или вот так вот вытянуть. Все, заготовка лапы одной у нас готова. Теперь мы можем все это дело объединить. Заходим в саптулы и делаем merge down. Вот так все это происходит. Все это вытягиваем и вот так вот можно все это дело сразу подкорректировать. Где-то можно сгладить, сделать ее тоньше и вот так вот вытянуть. Вот эту верхнюю часть можно или полишем пройти, или обрезать. Trim Tool включаем и вот так вот все это дело моделируем. Вот так теперь вытягиваем и жмем Ctrl-W, назначаем одну полигруппу. Вот так все это выглядит пока.
Так, вот эту лапу можно теперь перенести назад. Ну, давайте сделаем полностью другую лапу, уже опять же с этих цилиндров. Включим новый цилиндр, зайдем в геометрию опять и опять его уменьшим. Перенесем с помощью мов назад. Вот так вот. И опять уменьшим. Подгоним как нам надо. С помощью вот этих вот ползунков вот так ее увеличиваем. И с помощью ротации опять же ставим вот в такое положение, чуть-чуть наклоненное. Уводим назад. Вот так вот. И теперь можно сделать дубляж, это Ctrl, и вытягиваем вот так вот, чтобы уже сделать одну лапу. Уменьшаем ее. И с помощью Scale можно тоже вот так вот чуть-чуть ее уменьшить. С помощью ротации опять же перетаскиваем ее вот в такое положение и ставим вот сюда вот. Смотрим, что получилось. Вроде все нормально. Снимаем маску и немножко можно шифтом это все дело выровнять. Подгоняем лапу, вот делаем ей внешний вид. Вот таким образом. И немножко уводим вот так вот наискось в бок. Вот эту часть можно опять же или смять, или обрезать. Так, вот так у нас уже получается. Следом давайте все это дело продублируем зеркально. Делаем геометрии. Делаем Modify Topology, Mirror and Well. Вот получается у нас две лапы уже появились задние. И переключимся на передние лапы. И также сделаем Mirror and Well. Вот что-то такое получилось пока неказистое. Но это не проблема. Все это теперь с помощью симметрии можно вот так вот моделировать, подгонять и с помощью... Давайте вот так вот с грудью чуть-чуть поработаем. Вот такая получилась у нас болванка. Заднюю часть можно вот так расширить, а эту часть можно немножко вот так вот примять. Обрежем немного грудину вот до такого состояния и все это сгладим. И опять же Ctrl-W. Одну полигруппу назначим. Теперь добавим append и добавим сферу. Переключимся на нее и в геометрии опять же все это дело уменьшим и подгоним. Это будет у нас шея. Ставим move и вот так вот ее вытягиваем. С помощью Ctrl-Shift делаем вот так вот обрезку. Назначаем одну полигруппу опять. И вот это все дело немножко сглаживаем. И с помощью Move Topology вот так вот придаем внешний вид шеи. Вот так вот. Вот такая заготовка уже получается, уже все прикольно. Давайте теперь скорректируем заднюю часть, вот эту, вот так ее приподнимем, а эту часть чуть-чуть вот так вот подогнем.
Опять же подкорректируем сверху ее и вот так вот все это дело выгладим. Теперь назначим, опять же сделаем дубликат вот этой шеи, делаем дубликат, и это будет у нас голова. Переключаемся на нее, вот так вот переносим, и с помощью ротации вот так все это дело поворачиваем. С помощью Move корректируем, и с помощью Scale можно ее чуть-чуть уменьшить. Все это дело теперь будет корректироваться, подгоняться. Давайте теперь с хвостом разберемся, как сделать хвост. Так, опять же заходим и находим цилиндр. Берем цилиндр. Также хвост можно сделать именно кистью, протянуть. Но пока будем работать с цилиндром. Так, это все уменьшаем. С помощью Move все это вот так вот вытягиваем. Делаем ее подлиннее и немножко опять поменьше. Вот таким образом. Ставим ротацию, подгоняем и немножко опять вытягиваем. Переключаемся на драйв. Все это вот так вот шифтом сглаживаем и с помощью симметрии включаем X. Все это дело корректируем. Вот такой хвост получился. Это все наметка. Теперь надо добавить именно лапы. Вот эти вот сюда вот лапы добавляем. Это опять же будем делать цилиндра. Так, добавим уже не цилиндр, наверное, а добавим опять же сферу. Вот так вот. Уменьшим ее и тихонечко уменьшим. Вот так вот. Ставим опять же на левую сторону, вот так вот, и немножко еще уменьшаем. Подгоняем. Поработаем опять же с Move Topology, повытягиваем ее. Вот так вот. Потом все это можно будет подрезать, подогнать. И будет нормальная лапа. Опять же, чуть-чуть ее можно шифтом сглаживать. Чуть-чуть корректировать, как она будет стоять. И вот теперь берем Move. Или можно сделать дубляж. Опять же, делаем дубликат, чтобы у нас разные были части. Переключаемся на него и вот так вот все это дело перетягиваем вот именно сюда, на заднюю часть. И здесь уже тоже корректируем. Вот так можно все это дело здесь побольше вытянуть. Здесь по анатомии совсем другая у нее. Другое строение. Вот. И вот эту часть тоже можно, наверное, чуть-чуть вот так вот вытянуть. Вот таким образом. Так, теперь можно ее еще вот тут подкорректировать вот так вот.
сделать побольше draft size и немножко вот эту часть вот так вот приподнять. Вот таким вот образом. Ну и давайте все это дело теперь отзеркалим. Ставим Geometry, Modify Topology и делаем Mirror and Well. Переключимся на другую лапу, вот эту, и делаем также Mirror and Well. Так, вот такая заготовка у нас получилась. Теперь надо вот именно вот эти лапы объединить в одно, чтобы уже с ними работать. Так, находим вот эту часть. И объединяем. Merge down. Окей. Так, эта лапа объединена. Давайте следующую теперь найдем. Вот она есть. И теперь нужно вот эту часть поднять тоже кверху. Еще раз проверяем, чтобы не попутать. И делаем merge down. Окей. Так, ну вот, что-то такое получилось. Давайте теперь посмотрим, что можно сделать дальше. Когда заготовка готова, теперь ее можно прогнать уже по картинке. Или просто уже, если кто-то знает, как его делать, уже, ну как, строение анатомии, то можно просто так дальше уже по памяти моделировать мышцы и так далее. Вот эту часть можно вперед чуть-чуть подать. Вот так вот. И немножко вот так все это дело вот в эту сторону подкорректировать. Немножко вот эти лапы можно свести вперед. Вот так вот. Отключим X. Включим и вот так вот чуть сделаем поближе. Переключимся на задние лапы. Опять же включаем X и ротации. Все это дело делаем вот так вот. Вот эту часть сделаем побольше. Переключимся теперь вот на наше тело. И вот это дело сейчас мы тут еще подкорректируем. Вот эту часть сделаем с помощью мов немножко тоньше. Отключим X. И вот так все это дело подкорректируем. То же самое проделаем, давайте, с шеей. Вот так вот. И с помощью мов опять же подкорректируем. Вот так. Сделаем draft size поменьше. И вот эту часть, именно шею, по симметрии включим X. И чуть-чуть ее вот так вот сделаем вот в таком духе. Вот такая болванка у нас получилась. Теперь можно ее уже тут дорабатывать, делать, наносить мышцы. Как все это сделать? Так, теперь все это дело можно объединить. Допустим, или сделать. Так, давайте посмотрим. Берем
тело и все это дело объединяем. Шею пока с головой не трогаем, пусть так и будет. И хвост нам пока тоже в принципе не нужен, пусть он тут находится. Работаем пока с телом. Так, откроем текстуры и найдем какую-нибудь картинку льва или тигра. Без разницы, но чтобы стоял боком. Вот такую модель я нашел в интернете. Сейчас вам покажу. И вот по ней будем ориентироваться и по анатомии, и по строению вот именно. Так, теперь все это сделаем, отзеркалим. Вот так чуть-чуть поставим. И прозрачность чуть-чуть уменьшим. Z уберем вот этот круг. И будем работать теперь с нашей моделью. Вот так ее устанавливаем. Поработаем немножко ротацией. Вот таким образом. Установим вот таким вот образом. Вот так вот. Ну и немножко маскированием. Делаем маску на пол тела по грудине. И с помощью мов вот это все дело чуть-чуть вот так вот вытягиваем. Немножко можно здесь сгладить. Ну и теперь можно все это дело с помощью Mov Topology вот таким вот образом корректировать. Так, ну и теперь повернем немного шею с помощью ротации. Немножко ее подгоняем и с помощью мов вот сюда вот устанавливаем. Так, ну и немножко поработаем с головой. Убираем картинку нашу и смотрим, что тут у нас получается. Чуть-чуть вот так вот сглаживаем, подгоняем. И вот такая вот у нас получается вещь.
Так, теперь давайте все это дело сделаем из РМС. Объединим шею теперь тоже с нашей моделью. Делаем merge down. Окей. И будем уже с телом полностью работать. А голову уже потом разберем, как сделать голову. Где и как, и откуда взять какие-то детали. Сделаем вот этому всему ZRMS. Заходим в геометрии и делаем ZRMS. Смотрим сетку. Вот такие у нас детали. Где-то можно это все выгладить. И теперь можно вот по этой модели делать мышцы. Включаем Clay Buildup вот этот. Ставим на двоечку опять. Draw Size чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, кому как удобно. И вот так вот все это дело. Прибавив Ctrl-D, можно начинать скульптить. Все, всем пока, до свидания.